Все, мы начинаем наше с вами занятие. Я тут понимаю, что первое с тестом. Начинаем мы его прежде всего со знакомства. Когда мы просто нашему малышу в руки даем кусочек теста и позволяем ему с ним сделать все, что он захочет. Вкусненько, Савушки, какая я. Просто мнем. Просто мнем. А, нет, в рот не надо. Как в рот не надо, не надо. Невкусно. Просто мнем наше тесто нашими маленькими пальчиками. Нравится. Смотри, как просто. Так, а теперь смотрите, открываем такой небольшой кусочек, чтобы нашим малышам было удобно держать его в руках. А большой кусочек отставляем в сторону. И что мы с ним делаем? Ой, мы показываем. Ой, зачем? Вкусно. Ну, тоже соленое. Что мы с вами делаем? Мы показываем нашим малышам, как тесто нужно по кусочку открывать. Оторвали кусочек, положили. Илюша. Оторвали и положили. А теперь смотрите, катаем такую небольшую колбаску, выкладываем ее либо себе на ладошку, в зависимости от того, как вам будет удобно, либо можно положить ее на планшет. И что мы с вами делаем? Мы каждым нашим пальчиком нажимаем на наше тесто. Смотри. Да, малыша, не своим. Да, не своим. Пальчиками малыша. Таким образом мы разминаем наше тесто, а наши дети получают развитие мелкой моторики. Сделали одной ручкой. И теперь повторяем то же самое второй ручкой. Опять выкладываем на нашу досточку, сверху выкладываем нашу маленькую ручечку и стараемся покатать тесто. Вперед, назад, вперед, назад. Нет, вот так его хватает. Очень хорошо. На самом деле, любая импровизация с тестом, которую будет делать малыш, это в любом случае хорошо. Будет он катать тесто, будет он мять тесто. В любом случае, это будет развитие мелкой моторики. Нет, другой ручкой. Консистенция, по-моему, моему сыну не понравилась. Ну, конечно же, такое соленое. Ну да, отлично. Что мы с вами делаем дальше? А дальше мы с вами будем делать именно нашу работу. Каким образом мы будем ее делать? Вы определяете, вы хотите сделать только ножку или ступню, в зависимости от этого. И вы ваш кусочек либо оставляете в одном целом, либо делите его напополам. Весь полностью уже? Да, 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 весь полностью кусочек. Разминаем. А, тоже тесто ела? Да, наверное. Залезли люди. Разминаем наш кусочек, делаем из него шарик. Что мы можем показывать? Мы можем делать ручку и ножку. Да, да, да. Ну, либо ручку с ножкой. И разминаем его, наше тесто в руках, как лепешечку.
Давай, как лепешка. Размер лепешечки должен быть под вашу ручку и ножку. Так, давай, да. Так, на две части, один под ручку, другой под ножку получается. Да, да, да. Ну, давайте по одной части, я вам просто дам еще одну кусочек теста. Потому что все-таки детки у нас уже не маленькие, да, да. Еще не влезть. Может и не влезть. Так, теперь мы выкладываем наше тесто на планшет, на листик. Лепешечку выкладываем. Маленькая, сделай больше, не вместится ручка. Так, выкладываем на планшет. Теперь берем ручку нашего малыша, выкладываем ее сверху и нажимаем на наше тесто. Нажимаем как можно сильнее, чтобы был красивый отпечаток. Давай, вот так вот аккуратненько. Да, мы же не любим, ведь.